Веселенький романтик. По ходу дела петь роман с хором мне не часто удается. Так. Ну, один романс уже прозвучал, это «Гуляет ветер в камыше». Вообще, если подходить к большей части песен Дулова типологически, то романсов у него, ну, примерно треть наберется на все творчество, на мой взгляд. У него есть песни, сатиры, есть игровые номера, и вот много романсов. И естественно, что романсы его во многом связаны с Серебряным веком. Владислав Ходосевич. Это вот слово я тоже не помню, от кого узнал Владислав Ходосевич. Не от Дулова ли? Вот Гумилев, точно, слово Гумилев Николай, я узнал от Дулова. Потому что больше негде было узнать, а он пел. Хорошо, Александр Николаевич. Я что хочу еще заметить. Конечно, мы будем петь сейчас не как Александр Дулов, потому что он пел романс. А мы давайте споем песню. Вот, потому что, ну, петь вместе, всем вместе, так как романс, там, со всеми отклонениями и той страстью, которую он вкладывал, это, конечно, у нас не получится. Давайте споем вот, что получится. Споем, да? Что получится. Это правда. Размеренно, там, да. Спасибо большое.